Итак, вторая часть этого видео. Мы остановились с вами на музыке. Теперь идем дальше. А здесь я составила свое сердечко, из чего оно состоит. То есть семья, друзья, спорт, искусство, личный дневник, конечно же. Театр, игры с пупсами и... Да. И здесь радугу я сделала с помощью текстовых делителей. А здесь мы с девочкой... С одной решили переписываться письмами. Это мой был первый друг по письмам, и я была очень рада. Здесь фломастеры я тестировала. Здесь я снимала видео, лак, духи наклеила. Здесь смешная сказка про курочку Рябу, но она называется «Курка Ряба». И она реально очень смешная и глупая, если честно. Здесь склеила, здесь... Школа написана, и то, что я не люблю школу. Why? Почему? И все такое. Здесь я купила наклеечки. Нам в школе выдавали брошюрки цирка. Получилось сертификат. А здесь чеки. И здесь еще география. Вот, здесь мои пароли от соцсетей. Вот, то есть так открываете, и пароли от одноклассников, Майла, ВКонтакте. Здесь мне пришло это письмо от девочки, я вклеила его конвертик. Вот, начался апрель, опять скотча, слишком много скотча, и бархатная бумага, кстати. Фильмы, которые надо посмотреть, я написала, выписала список. Учиться так весело. У меня здесь много, на самом деле, про школу. И здесь билет с кубанского казачьего хора, на который мы ходили. Вот. Олимпиада. С Олимпийских игр мне привезли Мишку. И я вот эти вот улыбочки от него вклеила к себе в личный дневник. Здесь я ела Skittles. Здесь кого я любила. Мама купила блокнот с принцессами. И я вклеила в личный дневник... вот эту страничку красивую. Чек, ловыска и киндер молочный ломтик. Тоже фантик. На самом деле, это классно, когда фантики. Вот я сейчас пересматриваю, ну, блин, это реально круто. Для кого-то это мусор, но для меня это история. Это приглашение девочки на ее день рождения для меня. Билет на поезд. Это я пыталась как-то на английском писать все записи. К нам приходили волонтеры с Олимпийских игр в школу. И даже один волонтер оставил мне свой автограф. Да, я даже попросила. Здоровье — это жизнь. Купила себе кроссовки. Наконец-то мама, точнее, купила. И получила 3 пятёрки в этот день. И это школьные черные туфли и оранжевые кроссовки Лейбы. И заболела в этот день, потому что на стикере написано «заболела». Это я со своей собачкой маленькой вклеила фотографию. Всякие чеки, ловыски, перышко, не помню, честно, откуда. Вот, письмо от Google. Это прям вообще история. Вот, здесь я рассуждаю про дружбу и вклеила вот такую вот картинку. Вот, рассуждала. Это мой гербарий. Я сюда вклеивала цветочки, лепесточки. Толик мне сделал открыточку. Вот. Вот такую с радугой. Календарик здесь. И непонятные записи. И опять много скотча. Потому что это просто любовь. Один месяц личного дневнику моему. Мы это праздновали. Да, мы даже суши заказывали. Вот. Всякие тоже распечаточки. Это мои подписки в YouTube были, чай, переписочки, жвачку я ела, и у меня было 4 подписчика на канале. История. Лена расшифровала. Мне купили в этот день скейт, здесь какой-то конвертик, здесь опять чеки, здесь опять письмо от Google. Опять мой гербарий. Фантики всякие, переписка с мамой даже. Вот, такие вот прикольные распечатки. Это баскетбольный мяч, если что. Здесь всякие лейбочки. Наша с Толиком переписка. Здесь я опалила, короче, страницу. Захотела сделать красивой. Здесь у меня уже было 10 подписчиков. Вот. Письмо от девочки пришло. Ура! Мой еще один друг по переписке. Вот, письмо это. И здесь Пасха была, и я вот присыпку для Пасхи вклеила даже. Чай, жвачки всякие. И 11 подписчиков было.
А здесь, опять же, чек какой-то, пасочка, конфеточки и тоже брошюрки какие-то. Пасха. Подсветила все Пасхи. Вот, а здесь опять же чек всяких со школьных штучек, с киндера, Барби. О, классно. Вот, сладкий лед ела в этот день. Еще один гербарий. Я любила, на самом деле, вклеивать цветочки и лепесточки, потому что это интересно. Вот это 100 фактов обо мне. Я здесь много чего написала. Вот. Не знаю, что делает американский флаг, но что-то мне тут делает. Немного о фобиях я написала. 13 подписчиков. И вот это разворот ловызок. Посмотрите вот просто на это. Их очень много. Здесь я поссорилась с одной девочкой, а здесь начался май. И на самом деле здесь пошло все мало. Здесь даже конвертик из ловысок. Мой рисунок. Немного недоделанный. И все. Это конец моего лишайника. Я ни один лишайник не довела до конца, к сожалению. Вот, но я надеюсь, что вы рады возвращению. Спасибо вам большое за просмотр. Я всех целую и обнимаю. Пока!